Глава Подмосковья Андрей Воробьев вошел в пятерку медиарейтинга цитируемости губернаторов-блогеров за январь 2016 года. Медиарейтинг подготовлен компанией «Медиалогия», сообщается на сайте компании. В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов Российской Федерации, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов СМИ. Всего в него вошли 20 глав регионов, уточняется в сообщении. 17 февраля первый заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Елена Добрина встретилась со старостами поселков и деревень сельского поселения Развилковское. Обсуждались вопросы, касающиеся жизнедеятельности поселков и деревень, в частности, канализования и водоотведения, переселения из старого жилого фонда, обеспечения пожарной безопасности, организации дополнительных парковочных карманов, ликвидации несанкционированной парковки большегрузного транспорта и другие. Управление социальной защиты населения сообщает, что федеральный закон о внесении изменений в статью 13 Федерального закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, продляет до 2018 года включительно срок действия программы материнского семейного капитала. При этом действующие направления использования средств сохранены. Сегодня в 20:15 на нашем канале состоится прямой эфир с начальником управления по делам молодежи, культуры и спорта администрации Ленинского муниципального района Моисеем Шамаиловым. Вопросы можно задать по телефонам 541-25-40 и 541-25-25.